Привет, мои хорошие, рада вас приветствовать. Сегодня день рождения Артемки. Вчера видео показала вам, испекла два бисквита. Один такой замороченный, а другой самый простой. Но я решила соединить два бисквита и сделать два бисквита черных и один такой коричневый. Значит, а из остальных бисквитов я соберу другой торт им на завтра. Не покушаю тоже. Значит, что вчера, почему я не собрала бисквит? Его вчера надо было собрать торт, но пока всех накупала, пока то все, я уже поняла, что у меня уже просто нет сил. И я пошла, легла, думаю, нет, завтра соберу. А сегодня, получается, соберу сегодня, но, естественно, он не отстоится. Естественно, что он не пропитается, но буду надеяться, что в любом случае он получится вкусным. Вот, покажу вам. Рамулька там задумал тоже мне сюрприз. Он говорит, я же тебе сделаю сюрприз. Точнее, это не так даже было. Это не от Ромы я узнала, а папа мне сказал, тебе Рома готовит сюрприз. Он просто уехал, он тебе готовит сюрприз. Не знаю еще, что за сюрприз, но интересно. Такие вот дела. И сейчас побегу дальше готовить. Всем привет. Сегодня у меня на работе было время. Я приехал до любимки за цветочку. Красиво тут у вас? Конечно. Лето, да. Красиво. Ага, хорошо. А не знаю еще, сейчас подумаю. А у вас в другом месте, да? Все-таки тут здорово, вообще круто, мне нравится. Здорово, тут очень красиво вот так. Я сейчас набираю сеть Оксаны, точнее тюльпанов. Выбирал вот такого плана. Вот. Но они не раскрылись еще полностью. Эти тоже. В общем, как-то так. Ну, здесь здорово. Так, солнышко сейчас светит. Вообще круто. Просто круто. Просто рай. И пахнет. Пахнет тут очень здорово. Круто. На самом деле. Для карамели я сейчас довела до кипения сливки 33%. Здесь у меня 300 миллиграмм. И теперь будем варить сахар. Отвесила масло 60 грамм. Сахара понадобится 300 грамм. Я сейчас отсыпала сюда немного. И вот это потом буду постепенно добавлять. То есть не сразу весь сахар буду в карамель превращать. Когда ребенку отдаю, как два годика, я как мать день рождения. Да? Да. Да что там, ты снимаешь? Я снимаю, как тает снег. Как тает снег. Да. Я, дедушка, еще ни раз не делал. Да. Вот, правда, снег. Молодец. Давай. Это смешала сейчас соленую карамель, которую варила, с арахисом. Вот так вот у меня все получилось. Здесь у меня сейчас творожный сыр, он перемешанный со сгущенкой, взбитый. Здесь шоколад, то есть закипятила сливки и добавила шоколад. Сейчас покажу, какой шоколад. Вот такой вот шоколад я добавляла, растворила, получился у меня шоколад и сыр. И сейчас взбиваю также сливки. Жду, когда они взобьются. Здесь смешала я сливки и творожный сыр. И сейчас начну уже собирать торт. Тут у нас за кадром. Тем временем, пока я готовлю торт, они учатся играть в шахматы. Сюда, на чем? Да. Она, по-моему, походила вперед. Первый корж покрываю нашу карамелью с арахисом. Все, твой ход.
пир. Добавлю сюда немного шоколада. Такой вот получился торт. Мне, конечно, делала очень быстро. Торт называется Сникерс. Вот, сейчас попробуете. Вот. Конечно, он делается посложнее, но будем пробовать так, на быструю руку. А. Да, здорово. Молодец. А русская версия есть песенки? К сожалению, нет. Ром, идем скорей. Ой, ты смотри, он сидит напротив, чтобы огонь туда не попал. Так, все, задуваем свечи. Сначала Артем зажигает. Подожди, сейчас Артемка, подожди. Желание. Я загадал. Все. Все! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Давайте девочки будут задувать. Мама, можно нам тоже загадать желание? Ладно, пусть Танечка задует. Браво! Ура! Можно теперь мы все? Да. Просто Таня одна задула. Прям супер. Молодцы. И так 10 раз. Ну, пока свечки не закончатся. Ура! А ты что, Артемка, не душ, именинник самый главный. Мама. Можно я скоро бабню отдавать, да? А? Чуть-чуть осталось. Да. Давай ты, потом Надюша будет зажигать. Ты иди вон туда, остановись. Мама, можно я? Повесу не пройдет. Давай ты, потом Надюша. Повесу. Лидусь, Таня, сейчас Диана. Ли, Таня. Диана. Так, теперь Надюша. Надюша, иди туда, остановись. Молодцы. Мама сказала, Аню, ты что? А я на свой день рождения была. Молодцы. Ура! Поздравляем Артемку! Артем, коленку убери. 11 лет Артемка. Артемке 11 лет. Жду еще 7. Зачем тебе еще 7? Чтобы в армию пойти? Ты ждешь армию. Мечтает в армию пойти побыстрее. А зачем 2-то? Для именинника. Да. Мама, Таня, мама, убой и... Да? Потому, Танечка, вот чего потому что? А сейчас все вместе. Лидусь, зажигай, дуй, дочь. Надюша, давай, дуйте. Молодцы! Можно мне зажечь? Зажги. А Таня, мама, один годик. А Тане надо дуть. Потом папа не один годик сейчас. Тихо. Давай. Ну все, давайте резать будем. А можно вытаскивать уже? Да, вытаскивай. Артемка, именинник. Ну ладно, я не подам фору. Давай, аккуратненько забирай. Фора это другое. Надюша, она в краске. Это, наверное, не отмывается у нее. И мне еще не надо. Так, это прислала посылку бабушка для Артема. Баба. Так, иди сюда сейчас. Надюша, иди садись, чтобы тебе видно было. А ты куда поползла? Господи. А, это открытка. Всем интересно. Артем, ты давай рассмотри. Я уже кое-какую коробку. Давайте коробку уберем, достанем все. Аню, достань, пожалуйста, чтобы все. На, примеряй. Сейчас. Что-то мне, по-моему, маленький уже. Артемка, мне тебе даже симку прислали. И вот еще телефон, кажется. А нет, что это такое? Телефон? ZTE написано. Значит, я поспешил. Дедушка ему подарил планшет. Папа, дедушка и бабушка.
И папа даже? Ничего себе. Сим-карта. Сим-карта вторая. Да? Телефон. Сим-карта. Прикольно. Это этот. Таким. Чехол сразу тебе. Спасибо. Мама, а где мой телефон? Твой там, наверное, зарядки стоит. Понятно. А, мама, почему поспешил? Да. Артема тебе столько подарков зато. Мама, а. Мама, видишь? А. Мне не оговел. Да, да. Спасибо. А, это карта памяти? Туда тоже вставляется? А, так там и карта памяти, и симок это тебе целую кучу. У меня был блок. Ну, у нас здесь в поселке не все эти операторы поддерживаются. А, там уже наклеили даже стекло? О, нифига себе. Да, это не плохо. О, круто. Ты не ожидал, да? Так что тебе беспокоиться, думать, ты хорошо здесь. Смотри, какая толстовка офигенная. Вообще класс, Артем. Ну, давай меряй, поглядим, как толстовка. На тебе смотрится. Толстовка первая, толстовка вторая. Смотри. Таня такая, смотри. Это... Ну, а ей вроде ничего. Таня, тебе ты тоже хотела? Жойка, мамина расстроилась, ей ничего. На, вот это, что это? Это тебе бутерты, дочь. Дочь, а тебе будет солты. Так, телефон уже где-то, уже не там. А, костюмчик из Моаны. О, он такой мягкий. Мама, мягкий, да? Хотелка, смотри, тебе костюм из Моаны подарили. Мама, мама, да, мама. А где телефон? Телефон. А у Рома куда поставил зарядку? Мама, тут твой телефон. Папа. Да, хорошо. Да. Вот это вынается. Все, не можешь понять. Мама. Вверх, вверх, вынай. Ты понимаешь, а он стоит, смотрит на эту, на губку, мол, что с ней делать? Мама, посмотри, ну, мама, посмотри. Шок, ты одела, мама. Это штанишки. Дочь. А дайте нам футболку. Дайте нам футболку. Давай вот эту померяем. Не, вот эту. Очень интересно дать, да? Да, я тебе тоже надешу люблю. Я буду иголки в бабушке. О, какая будешь красивая. Глава. Ну, а все. Красивая дочь? Тут еще шорты идут в подарок. А, Анюта. Телефон. Планшет. А, кстати, а куда тут выпала? Она не выпала. Скорее всего, ее уже вставили. Кого? Вот же, кажется. Там, скорее всего, она уже стоит. Ну, попробуй включить. Так он включил. Включил? Ну, там, значит, стоит уже сим-карта. А что это за это? Так, а как они могут свою сим-карту? Ну, МТС у нас не ловится здесь. А это что за... А, это Билайн. А, Билайн тоже здесь не будет ловить. Здесь только Мегафон. Да, 4G. МТС будет, но будет плохо. 4G. 4G ловит? Да, 4G. Я только что с МТС разговариваю. Да? Нормально? Ну, мы вот Теле2 брали, я вот там не ловит здесь. Зашел, нету. Вышел это, а здесь вот сижу у меня. Да? Да? Ну, короче, где-то в дом чуть ушел, вправо-влево. Ну-ка, нельзя. Дочь, зачем ты раскидываешься? Ну и как? Тебе рубашка? Рубашка. Нормально? Нормально. Мне кажется, это у него платье целое. Что, другое хочешь померить? Да, мне нравится. Что? А хочешь вот такую футболку Моаны? Хочешь? Да! Что, а что такое Моана? Да мультик такой есть. Mm-hmm. Нет! Видела? Даже трофеи есть. Вот еще один. А подай посмотреть открытку. Что там, какая открытка? А там мне понравилось. Да, с днем рождения, да? О, и тут фиолетовое еще. Ну, ага. Тут, да. А где Надя? Ну, это ну, Надя, ты обнаглила. Дочка, почитай. А, у меня две таких этих. Читай, Таня. Мама, мне не махнула. Тань, читай, что там написано? Что написано, так, дочь? Вот пускай он скажет спасибо бабушке, там телефон.
бабушка кто-то скажет. Спасибо. Спасибо, бабушка Люба, дедушка и папа. Все подошло. Ты доволен? Знаешь, как они старались? И главное, что они успели, сегодня получили. Вчера она пришла, посылка, а сегодня съездили, получили. Ура! Да, успели, да? Представляешь, как они старались? Одежда. Столько всего купили. И одежда подошла. Ну, чуть-чуть, по-моему, большеватое ему это. Ничего не большеватое. Так, а рукава, смотри, куда? Мама. Да, ничего не большеватое. А, не, да, да, на месте все. Мама, а ты мой телефон иди. Давай там, потом с телефоном. Хорошо, сейчас это я тебе найду. Ого, там какой мех. Ты что, смотри. Какой мех? Рыбий, мам. Нет, посмотри, посмотри. Да это плюш, скорее всего. Ну это плюш. Ну что, ты доволен, Артём? Просто счастлив. Ну что-то совсем, Артём. Ну хоть улыбнись. Ну улыбайся, улыбайся. Ну, а ты идешь счастливым. Она им звонит. Вот на пласту. Мама, дочка, больше не шуя. Мама, у него теперь да. Планшет и телефон. Пускай потеряется. Как ты лучше старую, старую. А он ее в планшет вставил. А, ты уже вставил, что? Угу. Ну, нет. Сюда, ну все. А Артём здесь на днях. Что ты сделал со своим планшетом? Расскажи. Я его уронил. Ты уронил. Так ты расскажи, расскажи, что ты сделал со своим планшетом. Расскажи, чей телефон ты хотел, с чьим телефоном пойти. Ну рассказывайте. Носила банки в подвал. Артём спускал банки в подвал. И говорит, там что-то мне темно. Анют, когда, говорит, мне свой телефон, я, говорит, там буду твоим фонариком, мам, пользоваться. И она такая, говорит, да, еще чего, говорит, сейчас тебе дам, чтобы ты его разбил. Он такой, ладно, я, короче, пойду, возьму свой планшет. Идет, берет свой планшет и роняет его на бетонный пол. Ром, а что ты свет так не сделаешь? Нет. У нас электриков нет. Да. Знакомых. Нет знакомых электриков. У тебя нет знакомых электриков? А у нас сапожник без сапог, понимаешь? И вот разбил свой планшет, да? Да, и дедушка ему поехал, купил сегодня планшет. Она не хочет, нет, кричит. Так правильно, если ты так делай все, и спокойно делай. Там сегодня дети ходили с этими. Все цветочки они трогали, 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 трогали. Ой, господи, стекло уже такое. Надо будет помыть, да? Маме замечание. Какой тебе звонил? Вот ты мне какой телефон подарили. Ну лучше бы тебе, да, такой телефон подарили. На день рождения. Так тебе недавно дарили такой телефон. А где, кстати, ее телефон? На зарядке. Рома поставил уже где-то. 10 ар. Да. Что, не надо уже? Зато можно теперь использовать. Слази со стола, госпожа. Слази, слази со стола. Давай слази со стола, Таня. Давай. Как обезьяна. С новым голодом. Ну и что, что ты, Анют, скажешь о телефоне? Прикольно. Прикольно? Даже не лагает? Нет. Так а вы сняли, что дедушка подарил? Нет. Покажи, покажи, какой дедушка тебе подарил. Анют, отдай Роме, чтобы он тебе стекло поменял. Ты видел, что? Так ты сказала, да. Ну дай, надо сказать, пожалуйста, всякое такое. У меня уже стекло начало. Хотя бы, да. Дай. Да? Сейчас поменяем. Дай, папа. Не получилось у меня отснимать полностью, как я собираю торт, потому что уже пришли родители, я бегом-бегом. Они говорят, что там снимаешь, давай быстрее, я тут давай быстрее-быстрее.
Я, значит, что сделала? Покрыла карамелью, потом шоколад, потом сверху вот этот вот крем, который делала с творожным сыром и взбитыми сливками, корж, потом еще раз карамель, взбитые сливки и корж. И все это залила шоколадом. Если вам интересно, я сниму отдельное видео, более подробное, про торт вот этот вот, который я делала, Сникерс. Получается он невероятно вкусный, и я вам его тоже очень советую сделать, попробовать. Спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши поздравления, которые вы писали. Очень-очень приятно, спасибо.